Ребята, всем привет, это канал Мистер Кэт, меня зовут Сай... Раз, два, три, четыре, пять. Ребята, всем привет. Всем привет, это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и я хотел огромнейшее спасибо сказать всем, кто недавно подписался на меня. Да, и вообще всех ребят, которые подписались на меня, у меня недавно было 39 тысяч подписчиков. Ну, ясное дело, у меня был когда-то пик, и меня сейчас смотрят не столько много, но все равно, знаете, у каждого, наверное, стримера, блогера или еще кого-то есть своя там мечта, и когда там до какой-то цели добирается 39, теперь 40, хочется 40. Ну, посмотрим, как это все будет. Ну, небольшие новости по поводу канала, как я буду дальше играть и как мне будет, не знаю, мне в последнее время бомбит насчет того, что я играю так много, но, блин, пауза между играми такие огромные. А я, например, хочу две серии в туй поиграть, а с Карим хорошо смотрит, ну ладно, надо его снимать, и я немножечко теряюсь, ребят. Так что я решил для себя, что, скорее всего, кое-какие дни, может быть, например, месяц. Я буду играть только в две игры в следующий месяц. В ту же самую игру, которая будет максимально популярна, и буду переключаться на следующую. Ну, то есть, Skyrim Morrowind, Skyrim Oblivion, Skyrim Doom, Skyrim Prey. Ну, скорее всего, мне хочется сейчас Skyrim Prey. Ну, там посмотрим, потому что игра меня затянула. Я как-то так не продолжим. Я даже начал вне эфира отдельную историю и играю, но дошел до точно того же момента. Ну, блин, классно. Я хочу в нее играть, а времени нет. И сейчас у меня там кое-какие проблемы с вебкой. Я, блин, пару раз записывал серию, у меня почему-то вебка такая... Знаете, голос есть, а все замирает. В результате две серии я просто не выложил из-за того, что у меня что-то с оборудованием. Нужно менять. Нужно то ли вебку менять, я не знаю, то ли, ну, что-то начинает у меня барахлить вебка. Да, хромакей барахлит, наверное, глаз сейчас светится. Ну, ладно, ребят. Еще раз всем огромное спасибо. Хочу сказать и поздравить всех, потому что я забыл поздравить с прошедшим праздником 9 мая. Все знают, что 9 мая в Украине, конечно же, был испорчен, потому что я в Ютубе везде смотрю, везде какие-то драки, какие-то, ну, блин, люди. Я понимаю, что у всех есть какие-то разногласия. Сейчас вот эта вот война у нас, блин, непонятно за что. И я единственное, я только за мир. И когда вот это вот, я вот это наблюдаю, думаю, господи, это неужели это в моей стране? Вот такая вот херня происходит. Те там одно орут, те другие, блин, срывают эти ленточки. Господи, люди, ну это праздник. Праздник это не повод, чтобы с кем-то ссориться. Праздник это не провокации какие-то. И провокация, я заметил, как и с той стороны. Ну, блин. Да, не знаю, как в других странах, но, например, в России, ну, в Украине, там в России все нормально было. В Украине реально 9 мая был сорван, и это реально обидно. Просто обидно, ребят, что вот ветеранов осталось вообще немножко. Ну, сколько их осталось? Они вот такое вот сейчас терпят. Это я считаю, блин, что это, блин, это позор, что мы сейчас... Живем в такой стране, блин, где украинец, даже который разговаривает на русскоязычном, блин, языке, все равно украинец, потому что он тут живет и, блин, обзывает своего же, бьет своего же, стреляет своего же. Мне просто голова взрывается от этой всей информации. Ну, ладно, не будем о плохом. Давайте по поводу канала. Немножечко мне бомбануло. Ну, просто последние вот эти все новости. По поводу канала, ребят. По поводу группы, если что, кто-то не подписан, можете подписаться. Здесь в основном я чаще всего бываю, размещаю какие-то посты. Также вы можете предложить новость, но у вас тут будет можно предложить новость и предлагайте ваши посты. Потому что рассматриваю еще одного администратора, который будет заниматься именно различными постами, в основном по Скайриму, ну и по тем играм, которые я играю, ребят. Также у меня есть альбомы, если что, загружайте ваши работы в альбомы, я с радостью их просматриваю. Тут есть и скриншоты, и ваши работы, где вы рисуете мой канал и меня, и это довольно прикольно. Влад Кударев. Вторая работа. А, я помню первую работу, я не знаю, в фотошопе как-то какими-то эффектами, но выглядит прикольно, необычно. Это что? Ага, вот еще мне присылали ребята, присылали какие-то эффектики.
Какая-то рамочка прикольная. И вот. Иероглиф. Интересно, что он означает? Данил Анич. Также тут есть у меня фотографии работы. Основной альбом — это не то. Это скриншоты по любимым играм. Ну, у каждого из нас есть любимая игра. И вот ваши скриншоты или ваш персонаж по любимой игре. Или если вы играете в Skyrim, выберите любимый сет, самый крутой, и сбросьте сюда. Мне просто интересно. Знаете, сбросьте, напишите ваш ник, подпишите, какой уровень и как вы любите играть. Или просто ваш скриншот я с удовольствием их пересмотрю. О, это что такое? Это, по-моему, Mortal Kombat, да? Блин, что это за часть-то? Mortal Kombat X. Прикольненько, да. Mortal Kombat — это легендарная игра. А, это что? Это какой-то незнакомец. Господи, что у него с лицом? Да, и вот какие-то игрушечки. А что это? Это Обливион? Наверное, Обливион и острова Сомерсет, или я ошибаюсь? Ребят, если что, в описании пишите хотя бы, что это за игра, потому что мне же интересно. Да, это Арганианин. Хотя Арганианин как будто со Скайрима. Может, с какими-то модами. Ну, это Скайрим. Да, вот приблизительно вот так вот. Знаете, ваш персонаж или в какой-то другой любимой игре, в которую вы зависаете, пейзажи, которые вы сфотографируете. Что это, дракон застрял? Я такого еще не видел. О! Что не так с этим драконом? Женя прислал. Бах какой-то. Ну, бывает такое. О боже, что это? Что же это такое? А, наверное, умерли. А, убили. Да. Карманная стража. Это типа он спит? А, все, я вспомнил. Это белый флакон, бедняга. Он же умер. Утонул в текстурах. О, это флэш. Флэш, флэш, флэш. Вау, а это что за... Warface. Многие мне говорят, поиграй, но не играл. Ой, кого-то сейчас уберут. А, это Фолыч. Это, друзья, Фолыч. Луна, Рейдер. Классно, блин, надо бы Фолыч поиграть. Да, это он, родной. Собачкой. Собачка тоже защищена. Легендарный вожак когтей смерти. Ого, хорош. Завалил. Ух ты, елочка. А, Новый год в Демон Сити. Да, мне еще Михаил Саар говорил, что есть. Там в определенную дату, если заходишь, Skyrim, ой, господи, Skyrim, Fallout 4, то вот такое вот оформление. Хотя не знаю, может быть, это мод? Может быть, это нет. Ого, что это за моя оружейная с легендарками. Найс. Ну, действительно найс, нифига себе. Ого. Ха. Твой. Ох уж эти мемчики. Что-то пошло не так. Assassin's Creed. Да. Ведьмак. Освещение крутое. Я даже знаю, что это. Это Грета Добрая или как ее там? Прямо на глазах у детей. Господи, психика нарушена на всю жизнь. После таких кадров. Ну, это Fallout New Vegas, по-моему. Да, New Vegas. Ой, кого-то сейчас кто-то укусит. Прикольненько. Ну вот вариант. Корона. Архимага вещи. Вау. Классно. Обожаю вот эти вот, знаете, пейзажи, где там вдали еще в контуре вот этот вот дракончик летает. Это, конечно, обалденно. Кому-то не повезло. О, Special Edition, наверное, с освещением. О, кто-то хочет убежать. А, нет. Это он только думает убежать. Это же, по-моему, манекен, только видите, он разворачивается такой, сваливать. Ну, я помню, помню эту легендарную броню, и я хочу в ней побегать. Скоро буду проходить.
За... О, что это за локация? Что-то я не припомню ее. Две миры умели строить. Но только что-то развалилось. Черт подери, какие-то неизвестные. Неизвестные локации для меня. Это ведьмак, да, это скорее всего ведьмак. Тоже пейзаж зачетный. Что это за... Это же надо было собирать тут этих трупов. Ого. В таком случае до завтра. Это что? А, это Готика первая. Тоже ребята говорили, что очень крутая игра. Очень-очень. Блин, было бы мне побольше времени, я бы, конечно же, попробовал в нее. Ностальгия. Попробовал. О! Вот это крутой кадр. Очень крутой. Mortal Kombat. Дотка. Это дотка. Да, залипал его надолго. Да, невероятно долго. Контра. Да, это контра. Контрочка. Шпагатик, что ли? Да. В этой локации я был. Только это, по-моему, Skyrim стандартная, а мне Special Edition. Конечно, ну, настройки графики тут немножечко другие. Так, ребят, ну что ж, ладненько. Всем огромное спасибо. Хочу еще раз сказать вам спасибо за то, что подписались. Я обязательно отвечаю на ваши сообщения и займусь, наверное, сегодня, потому что мне накопились. Не успеваю, просто не успеваю. Все, друзья. Сегодня только это видео, потому что у меня видео залагало, и я его буду перезаписывать, а времени нет. Поддержите лайком. Пока.